На 14 часов перестрелка между пограничными подразделениями Кыргызстана и Таджикистана продолжается. Об этом сообщает пресс-служба погранслужбы ГКМБ. Ведомство фиксирует переброску таджикской стороной военной тяжелой техники к линии границы. Погранслужба принимает все меры по недопущению эскалации обстановки на кыргызско-таджикской границе, говорится в сообщении. Ранее погранслужба сообщала, что в ходе несения службы в местности Булакбаши Баткенского района пограничный наряд обнаружил пограничников Таджикистана, которые незаконно пересекли условную линию границы и прошли на территорию Кыргызстана, игнорируя законные требования кыргызских пограничников покинуть территорию Кыргызстана. Таджикские пограничники открыли огонь по кыргызским военнослужащим. Между пограничными нарядами двух стран завязалась перестрелка, в ходе которой таджикская сторона применила минометы. По предварительным данным, раненых и пострадавших с кыргызской стороны нет. В целях стабилизации обстановки на место инцидента выехал начальник управления пограничной службы ГКМБ по Баткенской области полковник Толюнбаев и командир Баткенского пограничного отряда полковник Мир Шакиров. Пограничная служба ГКМБ Кыргызстана отмечает, что несмотря на проведенные сегодня телефонные переговоры и достигнутые договоренности о прекращении огня между директором пограничной службы ГКМБ генерал-майором Уларбеком Шаршеевым и командующим пограничными войсками ГКМБ Таджикистана Рахмонали, таджикская сторона не прекращает огонь. Пограничная служба ГКМБ Кыргызстана принимает все меры по недопущению эскалации обстановки и призывает таджикских коллег немедленно прекратить ведение боевого огня по кыргызским позициям.